Сегодня отмечается Международный день недоношенных детей. Другий год запар педиатричное отделение по выходживанию детей Гомельской областной клиничной больницы сбирая своих пациентов. Бачить усмешки счастливых и здоровых детей – это самая головная узнагорода для медперсоналу отделения. Шумная детва, якая заполнила актовую залу медустановы, лепш за любые личбы и статистику, демонстрируя выники их працы. Сучасные обсталевания и методики дозволяют выходжу немаўлят масой от полкилограмма. З'явление на свет раней – это выпробование не только для дитяти, але и для его батьков. Медики допомагают им пройти проз усе испыты. Мамы и таты заўсёды удельничают в процессе лечения. Медики и после выписки не губляют сувязи со своими пациентами. И такие сустречи – лепшее тому подтверждение. Мне пришлось выписаться с двумя, третья тут осталась. Конечно, я переживала, но каждый день мы были на связи с Еленой Владимировной. И в итоге, слава Богу, все здесь, все рады видеть и очень благодарны. И для меня, вот как для врача-педиатра, неонатолога и анестезиолога, реаниматолога, важно не только, чтобы выписался, не только, чтобы жил, а именно качество жизни. Понимаете, вот я хочу, чтобы родители были счастливы.